изящными движениями и на льду, видимо, не было проблемы изображать любовь. Просто как это было сделано великолепно, на очень высоком уровне, как принято говорить. Спасибо, Ксюша и Повелос. А потом раскаталась и пошла замечательно. Молодец. Молодец, молодец. Было, было, было. Все попало и изумительно туда. Все, все было хорошо. Молодец. Я прям сидела с вами. Нет, это было это самое главное. Что вам и требует? Ксения Алферова, Повелос Ванагас, оценки за технику. 6-0. 5-9. Но... 5-9. 5-9. 5-9. Средний балл 5,92 балла. Оценки за артистизм. 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Общий балл 11,92 балла. За технику все 5-9. Нет, одна 6-0. Дарю я Ксении Алферовой и Повелосу Ванагасу. Таня, Катьмянина, ты со мной согласна? Ну, наверное, ты видишь по оценкам, что не совсем, потому что... У нас на ледниковом периоде 5-9 – это очень высокие оценки. Ну, особенно для суперфинала это, конечно, высокие оценки, но так как мы привыкли, наверное, к шестеркам, большинство шестерок, но, к сожалению, сегодня мы оцениваем все пары вместе, а не одну с другой сравниваем, поэтому у нас сегодня сложная работа. Вот, но в целом мне очень номер понравился, то есть... Музыка легкая, чувствовался полет, но, к сожалению, не все было чисто. И вот из-за этого 5-9. Но, ребят, я думаю, что вы не особо расстроились, потому что в любом случае это хорошие оценки. И вы нас радовали каждую неделю различными номерами. Иногда они противоречили немножко с остальными, но в любом случае вы были оригинальны. И сегодня вы... такими остались. Поэтому, Ксюш, спасибо за то, что... Не знаю, за что, просто спасибо. Спасибо большое, Танечка. Валентин Николаевич, у меня... я хотел бы узнать, за что бы вы сказали спасибо, но прежде я бы хотел сказать вам, я думаю, зал ко мне присоединится, мы хотим вам сказать спасибо, друзья, потому что в этом году будет ровно 20 лет, как Валентин Николаевич возглавляет Федерацию фигурного катания России. Спасибо, спасибо, Марат. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто вот эти 20 лет был вместе рядом со мной. И мне очень приятно, что вот мы с Татьяной Анатольевной Тарасовой прошли, в общем-то, ну, такой серьезный путь, когда, особенно 90-е годы, когда страна переживала огромный кризис, а российские фигуристы выигрывали по 3 золотых медали из 4 на Олимпиадах. Спасибо нашим звездам, спасибо нашим спортсменам, тренерам и всем тем, кто принимал участие в подготовке. И, конечно, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вот тех звезд фигурного катания, которые вот в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, в 2006 году в Турине то же самое порадовали золотыми медалями российский народ. Я уверен в том, что и в Ванкувере у нас золотые медали будут. А что касается непосредственно пары, вы знаете, с чем она мне нравится? Она мне нравится по подбору. Какая потрясающая, красивая партнерша. Вы знаете, вот я просто восхищаюсь ей на протяжении всего этого проекта. Ну, естественно, партнер, которого я тоже очень хорошо знаю, он очень творческий человек. Вот то, что поставили 5-9, 6-0, я думаю, что вполне заслуженно. Я думаю, ребята, ну, не в обиде. Татьяна уже сказала, что мы не только вот оценим, но и сравниваем. 5-9, 6-0 – потрясающие оценки. Я вас с ним поздравляю. Я вообще поздравляю вот с теми программами, которые вы здесь
показали. Ведь были программы, когда мы действительно единогласно ставили вам шестерки. Вот, поэтому сегодня вот так получилось. Я думаю, что это тоже справедливо. Поздравляю вас. Спасибо большое, Валентин Николаевич. Татьяна Анатольевна, скажите, пожалуйста, а... Ингеборга хотела сказать. Ингеборга. Конечно же. Конечно же. Элегантнейшая пара. Элегантнейшая, красивейшая. Я вас обожаю. Вы нас радовали каждый раз. У вас свой стиль. Свое... Вы умеете выражать то, что... Вы берете оригинальнейшие, действительно оригинальнейшие номера. Я всегда жду с нетерпением. Что же вы сейчас покажете? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое, Ингеборга. Татьяна Анатольевна, у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а чего не хватило, по-вашему, ребятам, до высшей оценки? Ты знаешь, ну я не буду здесь вдаваться в подробности такого катания уже. Я считаю, что 5-9 – это высокая оценка, и не в этом сегодня суть. Вторая оценка была на 7-0. Вот так я бы сказала. Потому что это совершенно изумительный номер. Придуманный, исполненный, поставленный, прочувствованный. И хочется, Илюш, тебя с этим поздравить. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Музыка Алексея Рыбникова. Финал рок-оперы «Юнона и Авось». Аллилуйя! Очень хочется спросить, чей выбор, но сердце мне подсказывает, Ксюша, что это твой выбор. Так ли это? Я по секрету скажу, что я сначала была против, но потом, ну как-то вот, но потом я, услышав ее на льду, я поняла, что... Я была против, потому что она особенная для меня, потому что это спектакль, в котором принимал участие, ну, который... и в создании которого тоже принимал участие мой папа. Вот. Поэтому мне казалось, что мне будет тяжело кататься очень под эту музыку. Но потом поняла, что это правильно. И потому что на протяжении всего ледникового периода мне очень хотелось сделать номер, посвятив это ему, потому что я знаю, что он бы... ну, потому что ему бы очень... Он бы, в общем, гордился, наверное. Вот. И мне безумно приятно было услышать все, что я услышала. Спасибо большое. Потому что Илюша очень волновался перед нашим выходом. Времени чуть-чуть не хватило у нас. Но я говорю, Илюш, в конце концов, это не так важно. Ну, как бы, техникам. Потому что мне очень хотелось передать вот эту аллилую. Вот. Которая в этой музыке, которая она вот в последнее время почему-то у меня в душе очень живет, когда мы стали репетировать, вот она поселилась у меня в душе, и она вот такая аллилуйя. Мне очень хотелось поделиться ею со зрителем, и эта песня, она посвящена, ну, как бы она о любви, и огромное спасибо тебе, Илья, большое тебе спасибо, Пойло, за поддержку, за твою такую партнерскую любовь и веру в меня, и... Хочу сказать вам, дорогие зрители, что любовь – это вообще такое сильное чувство, настоящая любовь, которая, она побеждает все, вот вообще все. И когда ты любишь, то ничего не страшно. И поэтому я хочу сказать еще особенное спасибо моему мужу, который вдохновлял и поддерживал меня на протяжении всего этого ледникового периода. Любите и верьте вообще в жизнь, в аллилуйя, во все. И с наступающим вас праздником. Я думаю, что будет несправедливо не признаться в любви и от твоего имени еще одному человеку. Мы вспомнили твоего папу Александра Абдулова, любимейшего актера. Вспомнили твоего мужа, хотя мы его и не забываем ни на секунду, и он только что блистал здесь на льду. И я еще хочу сказать, что есть такая великолепная актриса, любимейшая актриса нашей страны, Ирина Алферова, которая для всех нас является олицетворением женственности, красоты,
искренней и самой чистой любви. И, видимо, тебе по наследству досталась эта ноша, и ты ее с достоинством несешь, и силой своего таланта демонстрируешь все это здесь у нас на льду. Спасибо тебе, мы тебя тоже очень любим. Она мой главный была вдохновитель, потому что она мне перед выходом позвонила и сказала, у тебя все будет хорошо, ну как бы у тебя все получится. Ну вот так, Повелос, ты присоединяешься ко всем нашим объяснениям в любви? Ну, как вы думаете? Да. Было, на самом деле, «Ледниковый период» был очень красивый, очень хороший проект, очень много, очень творческий. Поэтому я хочу поблагодарить всех тех, кто приложил свои труды, свои усилия, чтобы вот этот шоу был настолько великолепен, настолько любим всеми и участниками, и теми, кто смотрит, каким он есть. Аллилуйя! Спасибо вам огромное!